Вот хочу показать вот такие наушники. Пришли с магазина Tinodial. Вот такого формата. Такая коробочка на липучках. Защелкивается вот так, липучки. Вот такая упаковка. То есть наушники и к ним две пары еще ушных резинок. Вот специально. Чуть побольше и чуть поменьше резиночки. Ну что они представляют? Стоимость их $5. Сделана из пластика. Немножко удлиненная форма. Удобно, конечно, в ухо. Вставляется все это, но немножечко будет чуть-чуть сухо торчать. Ну, в принципе, не критично, конечно, но, в общем-то, немножко длинновато, я считаю, может быть, для удобства хорошо, но сухо торчит. Вот, что здесь? Нету надписи ни правый, где правый, где левый. Надписей никаких нету, я здесь ничего не нашел. Вот, можете посмотреть. Вот так вот, если видно, может. То есть нету ни на резинках, нигде практически нету надписи. Знаем, что длинный провод в правое ухо, короткий в левое. Вот и все. Провод, качество провода везде одинаковое идет. Такой здесь потолще, это потоньше провода к самим динамикам, непосредственно к ушным. Здесь потоньше. Штекер, сами видите, какой, пожалуйста, вот могу показать. Вот. Штекер. Сам штекер какой вот. С двумя рисками, то есть с двумя полосками. Ну, все стерео. Понятно, что стереобаза. Да, стереобаза. Вот. Вот. По частотам они низкие, средние в основном. Высоких здесь также не очень, так сказать, не наблюдается высоких частот особых. Так, низкие есть, средние есть. Слушать можно, но качество картинки, качество музыкального произведения, конечно, не очень, чтобы очень. То есть так кино можно смотреть в них. Вот. Ну, музыку слушать, я думаю, что надо немножко получше себе что-то. Потому что качество музыкального произведения без высоких частот, просто все среднее такое, басоватое немножко среднее. Поэтому все красиво оформлено, запасные резиночки, все есть. Но по качеству выбирайте сами, думайте сами, покупать или не покупать. Может немножко подороже есть выбор сделать, там немножко получше и в частотах. Потому что здесь высоких я тоже самое, так сказать, не нашел в этих. То есть низкие и средние частоты. Все, пожалуйста, тоже ваш выбор.